Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас Битва Замков, и, о боже, выходит очередной роллинг, да, и тут следовало бы тебе взять, поставить лайк, хотя, за что лайк ставить, я выпускаю видосы очень редко, блин, я думаю, что не заслуживаю, ладно, не суть, сегодня у нас необычный выпуск, хотя, в принципе, наверное, обычный, потому что он традиционный, сегодня у Светы Эльвары день рождения, и... каждый ее день рождения я ролю ей героев. А вот такие вот дела. Так что можете в комментариях взять поздравить Светочку с днем рождения. Ну а мы начнем потихонечку ролить и посмотрим, что из этого получится. Так, тут у нас что? У нас тут ничего. Склад, елки-палки. Так, ваши подарки. Вот, чтоб все так жили. Ёлочки-палочки, что-то глаз зачесался. Неужели кто-то меня по глазу стукнет? Ага, так, вот это мы понимаем. Дальше, смотрим. Облики, судьба. Что у нас по недостающим? Всего 4 героев не хватает. Значит, большинство мы, по сути, будем ролить повторки. Повторки героев. Так, тут все есть, 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 есть. Ой! Я такое скучное видео записываю, что даже сам зеваю. Ладно, не суть. На Светочке пожелаем всего самого хорошего, чтобы оставалась такой же доброй и душевной. Вот, хорошим в целом человечком. Вот, спасибо тебе, Свет, за помощь. Вот, и всего тебе самого наилучшего в твой праздник. Вот такие вот дела. Так, ну и чё? Ну и чё? Леди Вудхаус, Вермильон. Вермильон же можно его, да, выбить? Типа дикарка и галантный андроид. Я даже, понимаете, я уже отстал от жизни замков, от жизни замков, от жизни битвы замков настолько, что я даже, не знаю, бля, вермильон падает за самоцвет, не падает. Я его, походу, ни разу, безумный ученый, я его даже, походу, ни разу не выбивал. Демон-охотник уже 2-3 эпика выбили. Слушайте, ну пока что, знаете, такой birthday rolling у нас идет удачно. Посмотрим, что будет дальше. Так, посмотрел, запись идет, и все. И как бы удача остановилась. Но в принципе, вот сейчас мы 10 тысяч проролили, и нам выпало 4 эпика за 10 тысяч. Слушайте, ну, если так дальше и пойдет, то нам вообще 20 эпиков должно сегодня выпасть, да, с таким вот рандомом. Ладно, за первые 10 тысяч нам выпало 4 эпика. Конечно, не самые желанные. Вот, безумный ученый еще раз упал. Но, тем не менее, как бы почему бы и не, да, повторки там всегда нужны. А сейчас как-то у нас рандом немножечко начал подкачивать, потому что за следующую десятку нам выпало пока что только 2 эпических героя. Вот сейчас Мадам Бо. 3 эпических героя. Ну-ка, давай еще. Тогда как бы мы останемся ровненько на статистике. Ну, нет, нет, смотри, за десятку нам упало 3 эпических героя. Всего мы уже выбили 7. Ладно, давай продолжаем. Следующая десятка самоцветов пошла. Ну вот, и может быть после нее мы остановимся, пойдем ништяки откроем. Давай, ёпта. Кстати, я не обратил внимания, может быть там самоцветы еще на складе были. И вот смотри, сейчас еще все хуже. Да, потому что еще вот мы уже 6-7 тысяч потратили, ни одного еще эпического героя не выпало. Значит, наверное, надо паузу ставить. Смотри, неужели за десятку вообще не выпадет ни одного? Смотри, какая сука, а? Это тварина такая, подожди, может тут самое есть? Или нет, тут все самые раскрывали. Да, тут все самые раскрывались. Давайте немножечко забьем рандомчик, пооткрываем ништячочки, поговорим, как у вас дела. Рассказывайте в комментариях. Да, ну, в принципе-то я байчу вас на комментарии. Я, конечно, прочитаю, но тем не менее. Тем не менее, я благодарен тем людям, которые пишут свои комментарии. Вот так вот. Дальше. Угу. Открываем все. Нормальненько. Идем дальше. Что у нас тут? Окей. Так, это стандартная фигня. Награды зачем менять? Пускай, как обычно, старые награды будут. Шо уж тут поделаешь? Не останавливаемся. Так, здесь тоже. Завтра у нас что? Сегодня у нас четверг, а завтра у нас пятница. Пятница-развратница, дамы и господа. Вот. Так, 153 у нас ящика. Что-то даже стримы у меня на канале перестали выходить. Ебожечки, печалька какая. Твою ж дивизию, а? Твою ж, елки-палки-то, дивизию.
Печалечка, да. Надо со стримами что-то делать. Вообще, напишите в комментариях, по каким играм вы бы хотели видеть у меня на канале стримы. Или стримы. Как правильно. Как правильно, тоже напишите. А, я был бы вам весьма благодарен, дамы и господа. И да, если ты еще не подписан на канал. А я знаю, что вот да, вот ты смотришь без подписки. Ну, другой ты смотрит с подпиской, а ты без подписки. Ну, надо как бы, братан, братишка, подписаться. Это было бы очень хорошо. Да. Так, пока что мы открываем ништяки. Света будет обмазываться ресурсами у себя на аккаунте. А у меня на основном аккаунте ни хера нету ресурсов. Ни хера. От слова совсем. Печалька. Печалечка. Так. Это мы сделали. Давай дальше. Это мы тоже сделали. Так. Не останавливаемся. Идем дальше. Отлично. Так. Опа. А тут у нас что? Ну, тут у нас что? Ничего у нас тут. Так, идем дальше. Есть. Не останавливаемся. Так. Идем дальше. Летим прям. Бомбим. Так. Ну, хотя, ну, прокачаются скины. Чё ж тут поделаешь? Так, я тут просто уже, знаешь, у меня вот я открываю эти ништяки, у меня просто какой-то гипноз. Я такой херак и начинаю, короче, вдупляться. Ну, а тем не менее, да, вот 30 тысяч самоцветов потратили, выбили только 7 эпиков. Ну, наверное, результат неплохой, с одной стороны, но с другой стороны, хотелось бы выбить кого-то из новых, кого-то из недостающих. Все-таки у человека день рождения, а мы вот такой вот фигней занимаемся, да? Что-то у нас ничего не... О, смотри, как рудименты тут, ништяки. А, мешки вермильона. Блин, вот падает вермильон за самоцвет. А, ж могу сам посмотреть-то, елки-палки. Что я туплю? А, что я такой тупой? А, ну, тут, не знаю, ну какой есть, ну а что? Не мы такие, жизнь такая, да? Тупорылейшая на самом деле фраза. Недавно понял, что я ее всегда ненавидел, блядь. Не, что значит, не мы такие, жизнь такая. Нет, это ты, сука, такой. При чем тут жизнь? Если ты мудак, то ты мудак не из-за того, что, сука, жизнь вокруг тебя жестока и беспощадна. Нет, потому что ты мудак. Вот. И ты сам сделал себя мудаком. Вот, можете взять это, свой цитатник записать, там, я не знаю, О, 50 осколков, нормально, заведите, знаете что, заведите цитатник, ладно, эти мешки я не буду открывать, заведите цитатник, цитаты, великолепные цитаты от князя, вот. Окей, а, видишь, за самоцветы можно выбить, вообще добро, молодцы, ну, тут хотя бы, вообще, что за герой-то нормальный, вот, как бы... Я просто не удивился бы, если бы он только падал из акции. Но, наверное, шанс выпадения вермильона достаточно мал. Безумный ученый, я такой думаю, вот сейчас, знаешь, шанс выпадения вермильона достаточно мал. И в этот момент хуяк вермильон падает. Вот было бы весело, конечно. Но нет, нет, видишь, нам упал только один герой, и то не самый новый, к сожалению. И мы, смотри, очень быстро очередную десятку потратили и получили, по сути, только одного героя. И как с этим жить, я не знаю, ребят. Это печально, досадно, я не знаю. Давай поколдуем, как это обычно происходит. А, так, вояк сюда, медуза. Вот, знаешь, раньше, вот все-таки это эпик-система тупорылая. И тупорылость ее заключается в том, что раньше мы всегда радовались, да, там, типа, фиолетовому освещению, да, конечно, там, в 99% случаев там выпадало говно, которое нам по факту не нужно, да, и мы такие, ну, типа, говно выпало, но когда ты видел начало этого фиолетового освещения, то в тебе рождалась надежда о том, что ты возьмешь и выбьешь какого-то невероятного героя. Опа, инквизитор, это что-то новенькое, да, или нет? Сейчас посмотрим. А у тебя зарождалась идея, что ты возьмешь и выбьешь что-то новенькое. Но сейчас, как бы, все, мы ждем только оранжевое освещение. На фиолетовое освещение нам абсолютно плевать, ну, по крайней мере, большинству игроков, кто хоть какое-то определенное время поиграл, да, в эту великолепнейшую игру. Это я с сарказмом сказал, ребят. А, стой, подожди, галантный андроид. А, галантного андроида мы тоже не выбивали. Мы
А, ну да, мы ни одного недостающего героя не выбили. Инквизитор-то тут уже был, выбили повторку Инквизитора. Сколько у нас там всего 8 легенд получается? За 50 тысяч самоцветов. Я прям не знаю. Вы уже сами в комментариях пишите, это удачный роллинг или нет, но я лично считаю, что неудачный, потому что, сука, ну как бы ни одного недостающего героя у нас выбить не получилось, и это достаточно грустная, тоскливая, печальная ситуация. Но, тем не менее, никто не отменял день рождения у Светы, потому, Эльварочку, поздравьте, пожалуйста, в комментариях. Вам я пожелаю, как обычно, огромнейшей удачи, побольше вам эпических героев. С вами был обленившийся, сдувшийся, уже не тот князь. Вот, всем даю пинка, всем пока.